Милана. Где-то была здесь, я же не знаю, я же тоже с вами сегодня сюда попал. Вот она, слушай, ты же много знаешь. Скажи, где ты обитаешь? Добрый вечер. Поесть, мы очень голодные, нам очень плохо. У вас есть что-нибудь поесть? Вы хотите, чтобы я после этого вас накормила? А можно вопрос, зачем вы вообще нам помогали? Зачем вы забинтовали мне ногу, например? Чтобы мне дали тазик воды. Зачем вы это сделали? Что? Дазна поесть. Я ясно выражаюсь. Начну с того, что вы не обязаны. Да, вы не обязаны, но мы находимся в вашем доме. Мы умираем от голода. Зачем? У меня вопрос конкретный. Зачем вы нам помогали, а теперь вы нам вредите? Для чего? Каким образом я вам вижу? Как каким? Вы сидите и не даете нам ни еды? Во-первых, это действительно мой дом. Вы мои гости. Я вас не выгоняю. Мы не хотим гости, мы хотим домой. Поверьте, если вы выйдете на улицу, вы не доберетесь до дома. Я позволяю вам здесь жить. И вы сейчас имеете совесть предъявлять мне претензии, что я вас морю голодом? Нет, да. Нет, я вас не обязана кормить. Как-то странно, вот вас пахнет. Вы здесь что-то ели? Очень странно. Да. Проблема с едой, одеждой, в том, в чем вы будете спать и чем вы будете укрываться, это ваши проблемы. Я могу вам помочь, но как-то желание пропадает. В смысле? Мы просто очнули? От вас очень странно чем-то пахнет, я не понимаю вообще. Зачем ты сейчас это делаешь? Я что не понимаю. Такое? Ты либо веди диалог нормально, либо вообще не лезь. Ну потому что она, видимо, что-то подъедает, а сейчас... Я нахожусь у себя дома, я могу есть то, что... Тогда у меня как конкретный вопрос. А где вы едите? Где? Мы вас нигде не можем найти. Где вы едите? Я тоже. Нет. Давайте куда? Куда? Проследим. Уходите! Проследи, проследи, Кась! Стой! Они за нас это сели! Проследи за ней! Она убежала. Она у меня выскользнула из рук. В смысле? Она испарилась, что ли? Ну-ка, что? Она... Вы что, смеетесь, что ли? Тебе смешно, что ли? Неадекватно. Катерина, зайди. Она у меня из рук выскользнула, реально. Ой, бля, забыл. Вы что, не верите, что ли? Вы что, не верите, ребят? Вообще нет. Она, я не успела, нет, она у меня выскользнула. Единственный человек, который может нам помочь, пришел сюда, и вы все обосрали! За что? За что? Нахрена ты ей вопросы задаешь? Она реально исчезла. Вот просто она исчезла. Она как-то... Чего смешного, Юра, она испаряется. Юра, как-то... Юра неадекватен, ты не понял, потому что чуть с ней ведешь беседу, что она смеется. Нет, я просто одного не могу понять, зачем нам сначала помогать, а теперь нам вредить. Для чего она это делает? Она ну зачем ты один и тот же вопрос нам задаешь? Ну ты можешь нормально с ней поговорить, и она сказала, я... Мне, типа, есть возможность вам помочь, но я не хочу этого делать, потому что, ну вот, у меня обосрали тут все, не надо этого делать. Не беси меня сейчас, лучше не беси. Простите, любой момент, где можно посмеяться, я люблю его использовать. Надо какой-то такой общий язык с ней найти и все. Ну ведь вы мужские, можно обозарить. Единственный способ, который... Куда она обозарить? Она... У нас был шанс с ней поговорить, она снова исчезла. Хватит, пожалуйста. Большое спасибо. Тебе надо просто сидеть в баррикаде и не выпендриваться. Все. Да потому что я не понимаю, что происходит. Смотри, она из бункера вещает. Ребята, камера поворачивается. Какая? Вот это, да. Она поворачивается. Она серьезно? Туда, да. Кто-то нам ответил наконец-то? Эй! Камера крутится. Вот! Реально! Крутится! Вы нас слышите, что ли? Пожарьте, кто вы такие? Расскажите, кто вы такие? Мы хотим есть, мы не можем, мы голодаем, у нас уже головокружение начинается. Если вы нас слышите, отзовитесь. Откройте, мне нужно срочно, у меня много дел, пусть выпустите нас отсюда. Вы знаете, что это противозаконно, сколько это может продолжаться? Вы понесете наказание за это, вы же это понимаете? Нет, ты смеешься, да? Это он. Я не смеюсь. Нет, а ты понимаешь, ты может, ты что-то задумал? Нет, как ты смеешься? Я не могу, я от голода смеюсь уже.
Мне уже сил нет, Вась. Я руки поднять не могу. Вась. Да. Да прекратите! Да я тут с вами так же попал! Так же, нельзя так. Да прекратите, да я серьезно вам говорю. Ну что серьезно, что прикал, сейчас день угорает. Да нервный смех. Мы умираем, не знаем, что делать. Да я просто, а что делать еще, я не хочу грустить. Как, ну, в смысле, мне и так плохо по жизни было. Я лучше повеселюсь. Слушай, ну они нас видят, да? Да, камера нас видит, она сейчас шевелилась. Кто там, просто не понимаю, кто, вы за нами следите? Если вы за нами следите, вы понимаете, что мы... Дайте нам хотя бы еды. Воды, еды. Не выпустите нас, мне некогда. Только что Милана пришла, мы могли пожрать, вы нахрен ее прогнали. Кто ее прогонял? Что ты говоришь, что руду, кто ее прогонял-то? И чё, что садистка? Какая разница, надо использовать тогда ее возможности, чтобы мы поели? Чего ты взял, что она нас кормить тут будет? Она вот сидела, скорее. Я могу вам помочь. А сейчас ты просишь помощи, хрен знает. Я вообще не прошу помощи. Помогите, откройте нам. Да им плевать, у нас Милан тут есть, она могла нас хотя бы покормить, а сейчас да, я смеюсь, как тварь от голода. Бред нормянский, ереванский бред. Да, классический Саша, бред. А хрен знает, кто как ты выражаешься, как ты вот эти, кто за нами наблюдает. За нами следят, камера шевелится, за нами следят. Да это понятно было в первую минуту, как мы сюда пришли, они висели. Это просто какая-то странная, то ли женщина, то ли девушка, я не понимаю, сколько ей лет, которая просто живет в этом доме. Видимо, кому-то его сдала, или она обкрадывает всех. У меня такой пустой желудок не был с 98 года. А вы помните, что она говорила? Она сказала, если мы выйдем, то нам будет плохо. Да, мы не доберемся до дома, она сказала. Ой, и мы у нее здесь она... гости. Это не значит, что она с автоматом будет бежать за нами. Нет, это не видимо, значит. Она что-то знает, и надо, наверное, слушать ее, типа, да? Ну, как минимум, не наезжать на нее, типа, почему сначала помогаете, теперь не помогаете. Ну, да, но... да. Спасибо, девочки, большое у нас было... Вот это убери, пожалуйста. Не буду я ничего убирать. Убери, это ты сделала. Она свечает. А что она делает? Каша. Что же здесь есть? Ты серьезно? Да. Капец! Ну все. Ты что творишь? Что творишь? Ничего. Иди сядь, иди в комнату, выйди отсюда. Не нужно мне кричать. Я тебе сейчас покричу, у меня сейчас бедная будет. Ты будь умнее, как на ведьме будь, что ты делаешь-то, а? Сейчас просто мне? На нищих людей просто, на ничтожных. Нет, легче стало. Да? Да. Она сытная, да, каша какая-то? Что? Я тоже... Все, капец, чё? А что капец? Это какая-то вонючая каша. Кому она вообще нужна? Да ты... Да почему она не ровесит? Ты через сутки за эту кашу будешь тут, и я... Да и помню, сзади облизывать всё. Собираюсь я есть такую кашу. Стоишь? Что это такое? Вот, ей понятно, вот. Я плюю на нее. Пускай она спрашивает. Так, ребят, подождите, если она... Нет, подождите, давайте поговорим. Смотрите, если она принесла тарелку каши... Значит, у нее есть большая кастрюля с кашей, где правильно? Где-то она варила? Она обкрадывает людей, продает, а потом варит кашу. Где-то же она варила эту кашу. Где-то же каша эта есть. Милана,
угостите нас кашей. Что она хочет? Она хочет обнять тебя, помириться. Я понимаю вас. Я вас прекрасно понимаю. Дайте нам покушать. Я убрал осколки. А вам не холодно босиком? Мне не холодно. А мне холодно. Слушай, она веник принесла. Угостите нас кашей. Подмети, пожалуйста, Ксю. А за что? Ну, ты же я могу стих рассказать. Подмети, и будет тебе каша. Давай просто подмети, на! Возьми! Я не подметала, не возьми! Не подметь, ты, не буду. Ты хочешь поесть? Я очень хочу. Если хотим. Ты подметешь, будет каша. Я вас ничего люблю. Страшного. Я буду сидеть голодом, хоть я бешусь. Я ничего не буду. Хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой горести несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно. Что это? Горит! Стой! Это что значит? Горит. Это что значит? Горит. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать, желаю, мой ангел, как я вас люблю. Эх ты! Когда я так слышу полагаю, из гостиной... Только Юрий хочет кушать. Мы тоже хотим все. Все хотят есть. Вам понравилось стихотворение? Он для вас его прочитал. Это Пушкин. Вот, он для вас его прочитал. Да. Дайте нам поесть теперь. Я к вам пишу... Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Фу, вы просто противны. Почему вы перед ней распинаетесь? Потому что она стихи любит. Перед этой воровкой. Чужих телефонов. Горит, мы тут не взорвемся. Вы можете открыть печь. Печь? Вот так? Просто открыть? Да. Что там? Ребята, лучше не смотрите туда. Что там? Что? Лучше не смотрите туда. Нормалды! У нас хавка есть! Как это? Не ну ладно. Что? Давайте сюда, за стол. Это, конечно, жестоко, но спасибо. Это каша! И что? Так, не хочешь есть, не ешь. Я твою порцию сам съем. Давай сюда. Спасибо, Милана. Спасибо огромное. А кофе заказать можно? Так, всем порцию. Тихо! Я разложу всем порцию. Давай. Тихо! Ой, ну нормально. Так, позовите еще. А, так, я сама всем наложу порцию. Охренеть, мы что, сейчас поедим? Так, пока по три ложки. Пока по три, правильно. Пацаны и девочки, я думаю, что поаплодировать надо за это, нет? Это просто каша какая-то. Да какая разница? Не ложите еще. Три банька по три ложки. Сейчас это сказать, как на зоне. Всем по три ложки. Как на зоне? А ты откуда знаешь, что на зоне? Ну, каша вот там. Опа! Катюха. Нет, я не сидела. Так, Кать, иди, Макс. А, Катя, можешь мне? Мужчина, ложечку еще одну. Да я закинь две. Нет, ты... я потом еще добавки дам. Да, я тут сейчас распределю. А сколько тарелок? А, шесть. Нас же шесть. Раз. О, боже. Семь по три. Ну, отсюда ты четыре наложила. На, все. Садись. А что, она не может нас кормить полезным питанием? Закрыла нас здесь. Раз. Я пить хочу. Боже мой, какая вкусная. Да ё-моё! Хотите? Нет, не дам успокоить! Успокоились, блядь! Я сказал, успокоились! Прекратите себя вести! Успокоились. Кошмар, успокоились. Накерат, зачем ты это делаешь? Объясни мне. Не провоцируй её. Нам еду дали, радоваться должны. Ну, убей у неё это. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Иди наверх, ешь. Кошмар.
Да. Как дети малые, реально, вы что делаете? Не орите, да, чтобы никуда не это. Так а где она ее варила, я понять не могу. Где она ее сварила-то? Да. Ну ладно, спасибо, очень вкусная каша. Большое спасибо. А где это вы варили? У меня вот мучит вопрос. Где вы варили кашу-то? Где вы ее варили? Не видно же печи, она не варила. А масса безумная тоже поела? Да. Да, мне не пойму, где вы кашу сварили, где вы взяли, куда вы исчезли, где вы были. Как вы себя чувствуете? Офигенно. Я себя офигенно чувствую. Большое спасибо. Это странно, конечно, все вот эти вот все обстоятельства, это все как-то очень... Когда мы поели, конечно, сейчас вот мы уже чувствуем себя намного лучше. Ух. Боже, спасибо большое. Это очень вкусно. Чё? Кушайте аккуратнее. Она отравлена? Она не отравлена, каша? Не надо есть. А вы куда опять пошли? Вы куда опять пошли? Надо кушать аккуратнее. Что, она отравила, что ли? Да вряд ли. Вряд ли. Зачем бегемот заставляет ее есть кашу, я не понимаю. Я хочу нормальную, я не могу. Нет другой еды! Радуйся тому, что есть! Почему она украла мой телефон и теперь дает мне... Ни на какой телефон она не крала от тебя! Происходит в доме Обломовых. А ты что толстый с этой обезьяной носишься? А чё? Еще больше я зверей. Нет, так а чё она как обезьяна себя ведет, ты с ней носишься? Я не хочу, чтобы в доме все было нормально.
Ну так надо ее просто в клетку посадить. Она, дебилка, кашу раскидала, веник испортила. Она еще и не... А ты с ней носишься, ой, покушай кашки. Ей да надо по лицу могу ударить. Чтобы не вела себя как мразота последняя. Милана, можно вас спросить один вопрос? Милана, недолго ждать, это сколько? Как понять недолго? Ну уже мы долго здесь находимся, долго мы здесь. Понимаете? Для нас это очень долго. Мне каждую минуту дорога, мне нет времени, понимаете? Вы знаете, чего вы ждете? Чего? Выйти, выйти. Вы знаете, чего вы ждете? Да, выйти мы хотим отсюда. Поверьте, когда вы знаете, чего вы действительно ждете, вряд ли кто-то из вас захочет отсюда выйти. Не понял. Что это значит? Когда мы узнаем... Для чего мы здесь? Вряд ли кто-то захочет отсюда выйти. Если честно, у меня голова вообще плохо варит сейчас, потому что я... Сейчас поем. Что это вообще значит? У меня много дел, я не могу не выйти. Мне крах, мне будет крах, если я сейчас не выйду отсюда. Если не сдам объект до 1 декабря, все, мне крах. А у меня папа днюха завтра. А я здесь. Знаешь, завтра такое число? Да хрен его знает. Я знаю, что за день для того, чтобы улететь из Москвы... У меня тогда сегодня у моей мамы. Ну, а, да, у меня тогда тоже сегодня у папы. Ничего себе. Спасибо за кашу. Мамочка любимая, я даже не смогла там пасть, не могу. Нет, я еще успею. Никуда ты не успеешь. Ну как не успею? Еще вечер. Что тебе непонятного в словах, когда вы узнаете, для чего вы здесь, вы не захотите отсюда уйти? Нет, я захочу выйти, я должна маму с днем рождения поздравить. Должна, нет? Должна, но не можешь. Обстоятельства как сложились. Вы понимаете, сегодня день рождения у моей мамы, и мне нужно ее поздравить, вы это понимаете? У всех людей свои планы, понимаете? У меня планы у меня сегодня. Каждая минута мне дорога, вы все нарушили, все мои планы. Кто вы такие? Что вы себе позволяете вообще? Может, сюда поставить? Может, там что-нибудь придет? Скорее всего, да. А вы хотите так сделать? Я сюда поставил. Куда? Сюда. Так нет, вот сюда оттуда пришла. Там нет мыть, ничего, не помыть ничем, ничего. Да. Вода только. Ой, она двигается. Камера двигается? Ой. Оладушек тупорылый. Почему ты себя ведешь как обезьяна? С кем он разговаривает? Раскидывается кашей, виниками машет. Ты тебя где, в зоопарке воспитывали, да? Разговариваешь. С тем человеком, который разбрасывает кашу, виниками дерется. Ты просто... точно в зоопарке. Ты просто первая начала, вот и получаешь. Или что? Просто такими зоопарками, как ты, нужно выступать так же. Прекратили уже свой балаган, а? Прекратили. Это ты, ненормальная идиотка, раскидываешь. Хватит, Сейчас, откуда у вас сила ругаться? Понятно? Да. Так, мы здесь все при обстоятельствах непонятных нам. Поэтому я предлагаю вам прекратить вот это вот заниматься такой фигней. Ты доел кашу? Так. Я предлагаю посадить обезьяну в должное место. Посадим ее в клетку, и пусть там живет. Да, иди предскажи нам это. Ты какая-то тупая, точно. Ты же предсказатель. Короче, ну да, все сложно тоже. Мне кажется, она подставное лицо. Мы что? Поели, это хорошо. Все, убили разговор. Подставное лицо. Как говорят, Сочи у нас. А тебя где воспитывали? Опять девочка. Ты Маугли? Или где? Ребят, все, слышь, скорее, давай, не надо. Давай не слышь. Ну правда, ты начала. Какая-то тупорылая обезьяна кидала в меня кашей, била меня веником. Я тебе этот веник знаешь, куда засуну, родная моя, если еще раз такое сделаешь? Давай, засовывай. Да, тебе, наверное, это понравится, обезьяна тупорылая. Да хватит! Да? Прекратите! Скотина тупая. Все, это весь твой словарный запас. Так мало. Ты вот что, ты вот сейчас она заткнулась, нет, ты специально ее провоцируешь. Нахера, объясни мне, пожалуйста. Ты тупорылая обезьяна. Ты хочешь, чтобы она тебе волосы выдрала? Я потом лизать не буду. Тебе раскидываться бананами в своей клетке. Хорошо. Вот это кто сделал? Кто насрал? Хорошо. Это ты насрала. Да, гадкое, да, противное, да, вообще, да, мерзкое животное. Да.
Тебя взять и мордой натыкать вот так вот в пол, вот в эту кашу, которую ты раскидала. Да. Боже, какая ты мразь тупая вообще просто. А что за слова-то такие говорите? Что за слова? Что за животное это там сидит? Вот такие слова. Милана, а когда мы узнаем, зачем мы здесь? Скоро ли это случится? Потому что, ну, я уже, если честно, начинаю прям очень кипишевать по поводу вот этих двух милых девушек. Она говорит, недолго. Ну, недолго, мы уже здесь очень много долго. Мы не можем столько времени здесь находиться, вы понимаете? А, Милана, какое сейчас время? Какая дата? Какая сегодня дата? Дата взятия Бастилии? Я знаю, сегодня день рождения моей мамы, это 100%. Как мне, я даже не могу поздравить свою маму с днем рождения, это как так, юбилей? Конечно, сейчас. Так, что-то не шутить даже. Что делать, ребят, давай что-то делать. Давай, 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 смотри. Вот та информация, что когда мы узнаем, для чего мы здесь, мы не захотим выйти. Она разве не говорит о том, что в принципе у нас все в порядке? Я сейчас объясню почему. Значит, мы узнаем либо что-то очень хорошее, что заставит нас здесь остаться, либо что-то очень плохое, из-за чего мы побоимся выйти. Правильно я говорю? Да. Ребят, ну от этого это меня вообще ни грамма не расслабляет. Хочешь, я расслаблю тебя? Сесть и успокоиться после этой информации я как-то вообще не могу. Все, цветочно-букетный период прошел у нас. Теперь давайте вернемся к теме. Почему нас здесь 6 и почему 3 девчонок, 3 парней? Нас 7. Милана Нищетова. Ну, может быть, чтобы сравнить, кто сильнее, мальчики или девочки? Ну, однозначно девочки сильнее. Ну, судя по тому, как девочки тут начали биться, как бы мальчикам тут вообще не до выяснения, кто сильнее, кто нет. А в Москве нужно так поступать, да? Нет, в ауле по-другому поступают у нас. Как ты говоришь? Мерзкое, что стало с Катей? Я кашу и смотрит, как другие убирают за ней. Угу. Тебе сценарники все правильно, да, я согласна. Не стыдно. Да, когда это прекратится? Сегодня должно было бы, если бы... Я думаю, что сегодня это прекратится. И вести себя как свинья. Я согласна с тобой полностью. А теперь о хорошем. А давайте... Мы кое-что обсудим. Вы, шлепки, которые здесь все вместе собрались. Мы шлепковые ребята. Эта фраза шлепок, откуда это? Что за хрень? Это шлепок, майонез. Не надо эту фразу вообще упомянуть. Я хочу говорить, всю жизнь говорил эту фразу. Ну шлепок, вот когда берешь майонезик, на бутерброд он хлоп мимо и вот так упал. Вот он. Кому-то нравится это? Ну... Каждый момент, что ему нравится. Спасибо! Спасибо, Макс! Большое! Раз уже да, сэр, есть сэр! Я принимаю его предложение. Шлепок майонезный остается в этой компании. Итак, на повестке дня важнейший вопрос. Какого хрена меня поселили с вами? Нас всех мучает такой же вопрос. Какого хрена меня поселили с вами? Нет, только наоборот. А, хорошо. Так, давайте как бы поговорим. Конструктивно. У нас же есть рты, и языки, и мысли. И что-то мы знаем. Почему ты поясничаешь? Я не поясничаю, я хочу поговорить. Разве это поясничество? Серьезно, я хочу поговорить. Я уж просто весь день пытаюсь... Ну все, давай, что, о чем мы будем разговаривать? Давай поговорим, а какого хрена мы здесь все вместе, я вас умоляю. Мы же уже обсудили сегодня. Ну ничего не понятно мне. А идеи, почему мы здесь? Вам все понятно? Вот мне ничего не понятно. Ну а конкретно, что ты хочешь узнать конкретно? Ну то есть, сука, почему именно было несколько... Почему именно мы? Да. Мы не можем это определить, мы не можем. Есть, видать, что-то одно, что нас объединяет. Человек говорит... Когда вы об этом узнаете, вы не захотите отсюда выйти. Все. Что нас объединяет, может, я не знаю. Подожди. Может быть, если вы это узнаете, вы не захотите отсюда выйти? Да. О чем таком мы можем узнать?
Платными. Один бегает, стреляет, другой смеется, другой мутный тип, у третьей истерика, у другой черная женщина непонятная своими глазами кидаются драться. Что происходит здесь? Я оказалась непонятными людьми, они все неадекватны, они все больные. С ними страшно здесь находиться. Что здесь происходит? Не могу здесь находиться. Сколько это может продолжаться здесь уже? Ты же видишь что-то, ты можешь что-нибудь сказать, когда это закончится? Ну, смотри, где ты нервничаешь, ты нервничаешь, не нервничай, успокойся. Мне самой сейчас сложно. Кто нас смотрит? У нас очень много дел, мы не можем здесь находиться, вы понимаете? У нас очень много дел, и нам важна не то, что каждая минута, а каждая секунда. И за то, что вы нас похитили, за то, что нас здесь умышленно задерживаете, вы точно будете наказаны за это. За это вы будете очень сильно наказаны. Это обязательно. Я просто так это дело не оставлю. Однозначно. Я это так не оставлю. Вы понимаете это или нет? Может, дело какое-то вообще? У нас не может быть никаких общих дел. Точно. Понимаете? Может, какое-нибудь общее дело? Это мне? Я надеюсь, они смягчатся. Ты серьезно? Ты издеваешься, что ли? Тихо. Спасибо. Ну, конечно, могли быть лучше. Ну, какие есть, спасибо. Она просто такая, мне кажется. Она... Времена тяжелые. Ну, не такая, такой хочется. Ой, я вот только что про это говорил. Псевдоинтеллигенция, да? Она же врунишка, да? И что нас может это... Мы уже поняли кое-что. Короче, то, что мы узнаем здесь, мы не захотим отсюда уйти из-за этого, да? Возможно. Да? Возможно. Ну смотри, да, и вот Терминин, Собаканов, он этот, я вообще... Что, прости? Откуда ты его? Из Москвы. Господи. А где ты родилась? Я родилась в Петербург или что? Ну короче, по разным городам это... Эй! Дальше. Продолжение. Что может нас объединять? Вы все узнаете, когда придет время. Слышь, а вдруг мы избранные какие-то? Какие вообще? Избранные? Ну какие? Ну какие избранные? Ну бывают же чудеса. Мы отбросы? Ну, скорее всего. Хотя я не могу быть отбросом. Ты... Ой, не успел, блядь. Слушай, а... Ну, ты сказал, шли попробуй, что тут? Много денег? Ну это все... Хорошо, я это понимаю. Да? Я принимаю твое капитанство. Сэр, да, сэр. Интересно даже стало. Серьезно, а вдруг мы приз какой-то можем выиграть? Куда ты исчезаешь постоянно? Там всего две комнаты, и они всегда пустые, там тебя нет. Сколько вам нужно денег? Сколько? Говорите конкретную сумму. Объясните, что происходит. Сколько вам нужно денег? Мы готовы заплатить. Но это так не делается, так не решаются дела, вы понимаете? Так дела не решаются. Вот вы при чем? Я говорю, что нас собака может объединить всех. Может объединить собака. Ну, какой-то отряд. Нас приз, может, какой-то ждет из-за этого, из этих камер. Может, это какой-то, нахрен, не знаю, что это. Шоу, нахрен, какое-то. Мы сегодня... Такая теория была, что это либо какой-то эксперимент, либо шоу. Ну, что за шоу, объясните мне. Ну, как убил? Что мы должны делать? Ну, нас кормят. То есть, если бы это было шоу о голодании, там было бы понятно, да? Или шоу, а еще... А какое шоу? Что мы такого... шоуного делаем здесь? Не, самое главное, почему мы здесь? Хорошо, а можно мне задать вопрос? Вот если бы я была, да, обеспеченным человеком, решила открыть шоу, зачем мне брать каких-то вообще непонятных людей, таких как ты или ты? Для чего? Можно позвать медийных личностей. Кого? Медийных личностей. Ну, это известные люди, которые, ну, типа, артисты всякие, Нагиев, там. Установили бы нормальные камеры, а это какие-то просто гаражные камеры. То есть просто какой-то человек-извращенец или тот, кто хочет нас
меня проучить, собрал здесь нас, может быть, поэтому... А мы-то при чем, если ты виновата? Я не знаю. Нифига, не сходится ничего. А, ну, это камеры, они гаражные, понимаешь? Ну, это нормальные, ну, обычные камеры, они вот крутятся и нам отвечают. Это не важно. Важно, почему мы здесь нахрен все. Почему? 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 Ну, возможно, это действительно шоу. А может, мы связаны как-то все? Может, как? Друзья... Ну, как мы можем быть связаны? Ну, серьезно. Может, как? Мы друзья кто? Какие-то, я не знаю. Почему именно мы-то? И ни одного слова он нормального, кроме того, что он с ЕКБ не сказал. Да хоть он... одно, хоть одно, ну скажи, чтобы нормально. Не без гамма, без шлепок, без вот это, хоть одно. Ты что-то нибудь знаешь о нем? Ну, он, да он сам все на уме. Ну так я тебе о чем и говорю, ну, что это... если мы хоть как-то познакомились, то не... с этим человеком, я не понимаю, кто. Но это не отрицает того, что он может быть... Световой запас! Что он может быть замешан. Световой запас, заряд. Есть свет, есть заряд. Слушайте, я слышала о таких людях, которые питаются солнечной энергией, ну чтобы питались солнечными... Нет, у него кофта, смотри, какая там игра какая-то. Ну-ка, повернись, Макс, сюда. Корабль. Корабль какой-то, World Warship. Я пить хочу, он играет. Каша это застряла. Как она у меня у тебя может застрять, если ты ее играл? Она очень сладкая была, и мне слиплось. У тебя слиплось все в горле? А можно чем-нибудь потолкнуть? Почему в горло можно потолкнуть? Нет, просто пытаюсь понять. А что смешного? Я... Спасите! Ну, слишком долго смеется, да, согласен. То есть, если это розыгрыш, то для розыгрыша уже как-то подзатянулось. Слушай, а может, специально так делают? Что? Дайте типа долгий розыгрыш? Да. Типа, чтобы, если долго, значит, то мне точно можно поверить, что это не розыгрыш. Он смеется сейчас над шуткой за 300. Это шутка за 5 косарей, а не за 300, понимаешь? Уф, и она случилась. Как я люблю шутить. Да. Что? Чё, она кого зовет? Нас или опять людей? Да я не могу понять, что ей надо. Екатерина! Помогите! А помнишь, Милана сказала с кашей осторожней? Мне кажется, каша сюрпризом была. Да. А такие бывают? Да. А стол она протереть не хотела бы? Она тебе носки принесла, помолчи, ради бога. Разрешите, я пробегу? Я покажу. А, здесь. Хорошо, ладно. Ясно. Почему ничего не происходит? Кто нас сюда посадил? Почему вы молчите? Вечер. Скорее всего, где-то часов... Вы должны прийти и сказать, объясни, сколько 8, вам нужно денег? 9, 8-9 часов вечера за окном. Холодно. Первый десяток октября. Не учитывая, что я последний момент из своей жизни до этого дня помню летний денечек. Все остальное нормально. Нам дали поесть каши. То есть это не то шоу, где наблюдают в онлайне за тем, как люди умирают с голоду. А тогда это полностью меняет все.
То есть моя теория о том, что это какое-то шоу, где будут все смотреть за тем, как мы будем медленно умирать и убивать друг друга, как-то отходит на задний план. И сейчас я думаю только о том, что сказала вот Милана. Что сказала Милана? Она сказала, что мы захотим тут остаться. Когда мы поймем, зачем мы здесь, мы захотим остаться. Мы захотим остаться все. То есть она имела в виду вообще всех нас. А учитывая, что мы абсолютно все разные люди. Одна из зоопарка, к примеру, вообще. И даже не совсем недочеловек, скорее всего. Потому что считает нормально. Не родила, да? Да. Вот так вот. Я склоняюсь к тому, что или мы в Москве, или мы в Екатеринбурге. Да, не этого человека, и можно говорить, наверное, много, хотя смысла в этом нет никакого. Точно так же, как и нет воспитания. Сегодня в Екатериновке день рождения у мамы, в Саратовской следовательно... области, Екатериновка. Мы не там, мы не рядом с Саратовым. Мне нужно срочно попасть. Но уходит и все, не разговаривает с нами. Ну, хозяйка дома. Кашу дала. Что делать будем? Ну что, ждать? Сколько ждать уже? Мы уже сидим сколько часов? Сколько нам еще ждать? Можете сказать, сколько нам еще ждать? Иди. Почему это говорит, то нет. Ну, добрый, вот. Сколько нам ждать часов, я не могу понять. Мы не можем здесь долго уже находиться. Это нужно придумать. Непонятно вообще. Ничего непонятно. Если бы хотели... Нет, вообще родственники же должны сейчас, нас же искать тебя. Ищут родственники. Я нахожусь здесь столько же, сколько ты. Я надеюсь, что сейчас за мной приедут. Но, как видишь, мы уже сидим... Нас должны подать в розыск. Битый час, и никто за нами не приезжает по какой-то причине. Ну, подожди, если мы здесь всего лишь несколько часов, то тогда розыск подают в течение, после, по истечении трех суток. Только через трое суток на нас могут подать нас в розыск родственники. До трех суток милиция не ищет никогда. То есть, получается, мы в розыске или что? Нет, я не знаю, сколько мы здесь находимся. Если мы до трех суток, то мы еще не в розыске. Если мы больше трех суток, то мы уже в розыске однозначно, потому что меня будут по-любому искать, куда я пропала. Если мы больше трех суток, значит, мы в розыске. Если мы меньше трех суток здесь, значит, мы еще не в розыске. Понимаешь, да? Я поняла, да. Так же, Вася, по течению трех суток в розыск подают родственники. И что она тебе сказала? Что она мне сказала? Куда она тебя возила? Короче, говорит, типа, если хотите, чтобы все было нормально, надо относиться к ней нормально. Ну... Мы же не обижаем. Ну, и вот, вот этого, чтобы в хате не было вот этого всего. Ну, бардак, это же не мусорить у нее, да? Не мусорить, не... Вот эти все скандалы, скандалы, вот это все убирать нахер вообще. Девочки. Серьезно, я вот сегодня смотрел на вас на всю эту ситуацию. Реально, я... Как бы вам объяснить-то? Я спокойный человек до определенного времени, понимаете? Так, давай тут не запугивай нас до определенного времени, спокойно. Не запугивай родная нас моя, здесь. Я тебя не запугиваю, я тебе говорю как есть. Поверь мне, тебе лучше не знать какое. Я и не хочу этого знать. И слава богу! Все, так со мной не разговаривай, понятно? Чё ты ссышь? Нормально всё. Нормально всё. Всё это немного странно. Но в принципе преодолимо.
А еще Лень сказала, что ты чего-то знаешь. Чего я знаю? Чего я могу знать? Не знаю, что ты. Но она сказала, что ты что-то знаешь. Она угадала имя Ксю. И что? У меня есть ей... Она случайно просто основание сказала. Основание ей есть доверять. Да это приблуда, может, и лежит, знаешь все, что угодно. Есть у тебя основания ей доверять. Она тебе ответила, откуда она ее знает, эту белую? Милан, ответила или нет? Ну вот видишь, ты сопоставь. Давай, не кричи, не кричи, у меня же голова болит, что ж все орут-то здесь? Да потому что реально уже прям подбешивает эта вся ситуация. Что-то орут, что-то кипишуют. Взяла, посадила сраку на диван, успокоилась, полегла, отдохнула, все. Что еще надо? Не командуй. Нет, так продолжаться больше не может. А как да может продолжаться? Скажи мне свои варианты. Какое-то должно быть прояснение ситуации, понимаешь? Вот какое-то прояснение ситуации должно быть. Прояснение ситуации произошло. Какое? Она тебе сказала. Что она тебе сказала, что когда надо, всю инфу тебе выдадут. Но меня это вообще ни грамма не успокаивает. Мне нужно ехать на день рождения к маме. Ты никуда не поедешь, все. Забудь о встрече о своей, о маме сейчас забудь, я тебе еще раз говорю. Все, ты здесь осталась. Ну, как минимум, я не знаю, не могу сказать. Ну, просто не могу сказать, насколько ты здесь осталась. Ну, она сказала, что недолго, ну, недолго уже прошло, мы уже долго сидим. Ты информацию впитывай правильно. Она что сказала? Она тебе сказала, она всем нам сказала, что когда мы узнаем, почему мы здесь, никто отсюда не захочет выходить. Я не смогу даже остаться. Я захочу в любом случае, ты понимаешь? Мне нужно объекты сдать до 1 декабря. Если я их не сдаю, но... то крышка мне, ты понимаешь? Все. Ну, крыша, подарю. Все миллионы подарят. Понимаю, но... Я не могу здесь остаться ни при каких обстоятельствах. Убивать будут, буду бежать. Никто тебя валить не собирается. Это раз. Два, ты... С чего ты взял? Ну кто тебя здесь, если тебя хотели завальнуть, все, тебя бы зарыли куда-нибудь, или утопили, или тело твое... Что такой базар, такой жаргончик, откуда ты вообще? Базар знаешь где? Жаргон, это откуда такой? Да довели, реально довели, ниоткуда. Просто довели, правда. Да я сегодня пытался быть спокойным. Ни с каких-нибудь ли там дальних мест? Успокойся, ни с каких и не мест. Сказал же, что я психоаналитик женский, что столько непонятного? Что-то как-то мудновато. Руки у тебя не как у психоаналитика, кстати, рабочие руки работают. Как у руки, как у работяги. У психоаналитика руки не такие. Видно, уже жизнь попахал немало. Так? Буду говорить откровенно. Ну не то чтобы отец прям супер играю, но много чего понимаю в доте. Дота 2. Вот и все. А ты? А Counter-Strike? А, это про это. Про киллеров, да? Да. Не про киллеров, там про полицейских и террористов. Вот, то есть, если ты играешь за террориста, тебе надо задетонировать и взорвать что-то, или охранять заложников, чтобы их копы не освободили. Это очень известная игра, как просто так. Я спрашиваю, я не играю. КС 1.6. Это первая игра. Тихо. Дурдом, я не могу здесь находиться, ну пожалуйста, ну сколько можно? Я не могу, ну время идет, ну сколько можно? Там сидела мука, а в розовой тубике а ты откуда знаешь?
Люблю шансон. А ну давай споем. А из-под полы торчал ноганная мужика. Не дописан как-то, не дописан. Ты мой муреночек, мурка. Ты мой котеночек, мурка. Маруся Климова, прости любимого. Опа! Эх, мурка, ты мой муреночек, мурка, ты мой котеночек, мурка, Маруся Климова, прости любимого. Эх, хорошо, Катерина, хорошо. Прекращай уже. Слушай, ну надо просто... Недописан. Ну и что, что недописан? Успокоиться надо, получить удовольствие. Если ты не можешь ничего сделать, просто прими ситуацию. Ну не ходи туда столбом. Что ты делаешь? Что ты мельтешишь? Вась Васич, ты сейчас пел песню? Ну, да, да. Ты знаешь, что я ее на гитаре пел для очень блатных ребят у нас в Сочи? В ресторане, что ли? Да. Но не в ресторане, я просто был приглашен на одно мероприятие и пел там для них. Но только я пел не в классическом стиле, а по-своему пел. Сейчас они... Ты еще растворишься здесь? Ку-ку? Ты серьезно говорю? Слушайте, я не знаю, об одной комнате сумасшедшая чудила. А в другом какой-то безумец. От него как-то очень странно пахнет. Я не выдержала там и секунды сидеть в комнате. В одну комнату я не могу зайти, потому что там сумасшедшая, а в другую, потому что какой-то вонючий безумец. Класс! Ну что поделать? Такова сегодняшняя наша участь. Ну я еще раз он говорит. Ну я думаю, сейчас сохранится. Вы знаете, я просто захожу и говорю, чем пахнет? А он мне говорит, это частицы. Вы считаете, это нормально? Частица атома? Он сказал, что это частица, и окно нельзя открывать. Я думаю, если мы не можем изменить ситуацию, то надо ее просто принять. Просто... Ну как, тупо сесть и ждать, но я не могу так вот тупо сесть и ждать с моря погоды. А ты попробуй сейчас вот. Да, я села, я жду. Что, когда произойдет ситуация, что нам нужно сделать? Ну ты будь терпеливее. Будь терпеливее, пожалуйста. Нет, надо найти какую-то интересную, я не знаю. Давайте поговорим, это же так все весело. Давайте будем терпеливее. Давайте, я считаю, ну, посчитаем бревна здесь. Вот эти штуки, ну а что? Господа в Париже. У нас просто два безумца, которые могут нас убить. Чем они нас? Пальцем убьют? Я согласен с тем, что спать нужно аккуратнее здесь, если придется. Поэтому я хотел разделиться. Катерина, если сегодня нам придется здесь ночевать, она придется здесь ночевать. Да я думаю, сейчас, с какой стати? Я не понимаю, почему он так уверен в том, что нам придется здесь жить. Я не собираюсь здесь ночевать. Это розыгрыш, и нас сейчас заберут отсюда. Для розыгрыша много камер, еще раз говорю, это говорила Лия. Камер и петличек висит много. Ребят, это не розыгрыш. Это на самом деле происходит. Над нами проводит эксперимент. Слышь, ну эту Корею слушать, это тоже как бы... Но это вариант, самый логичный, понимаешь? Вариант, который я слышал за сегодняшний день. Вообще, самый логичный, самый правильный. У тебя вот есть вариант? Хорошо, давайте тогда закроем все камеры. Вот встанем вот прямо вот сейчас на них и будем строить им рожи. И что изменится? Не дать их закрыть. И что изменится-то? Нет, не надо их закрывать. Почему? Ну а что изменит? Ты сейчас помрела как барашек? Если их закрыть, они нас не будут видеть. Может быть, они быстрее придут? А помнишь, когда ты говорила, там камера тебе махала, значит, они нас слышат. Ну а смысл их закрывать, камеры, если они нас все равно слышат? Ну? Она сейчас млела как-то. Я хочу, чтобы вы запомнили это, потому что когда она еще говорит про барашков, я сразу и напомню. Да это, ребята, это эксперимент по-любому. Главное, чтобы нас не зарезали. Главное, чтобы нас не помещали, как барашка. Да. У тебя печень здоровая? Ой, я вообще-то здоров в целом. Слушай, давайте потанцуем. Нам нельзя как-то слышать. Я один раз почки простужал. Вот, кстати, недавно буквально. Вот. Но в целом нормально обошлось. Ты их выздоровел? Да. Как можно выздороветь почки? А как можно простужить? Выздороветь. Ну, простужить можно, сидя на холодном.
простужаются сразу. Ну или простудите, можно. Хорошо, у меня вопрос, подождите, если мы собираемся остаться на ночь, то как мы будем укрываться? Во-первых, надо шконки каждый, чтобы себе шконку определил. Кровать. Что такое шконка? Кровать. Ваш, жаргончик, вот, я тебе все-таки говорю, у меня не просто так у тебя такое. Надо определить для каждого кровать. Надо определить. Она говорит, что она бизнесменка, она журналистка. Она любит выяснить, в чем дело и в чем причина следствия всего происходящего. У меня есть одеяло. Я сорвал шторку. Зачем ты врешь? Это мы с этой дамой ее сорвали. Меня зовут Катерина. Очень приятно. Мы с Екатериной ее сорвали. А хорошо, у вас есть своя комната, где у вас присудил ее себе. Киборг, иди-ка сюда. Она просто лежала на моей кровати. А что это у тебя в руках? Что? Это мой друг. Друг твой? Ну-ка, дай сюда. Не, дай гляну! Это друг его же. Друзей не дают посмотреть, Вася Васильевич. Друзья либо дружат. В смысле друг? Ты серьезно? Это нормально вы считаете? Там живет безумный. Ну как это возможно вообще? Он говорит, а как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня почему-то он вот вообще, у меня не возникает вопросов никаких по нему. Ну как не возникает никаких вопросов? Я не знаю. Ну ты хоть что-нибудь о нем знаешь? Да он нормальный вполне. Где он нормальный? Хоть на один вопрос он нормально ответил? Да он не мастер ответил. У тебя есть родители? Я уже спрашивал его, он сказал не знает. Слушайте, а у меня вопрос, а как мы поймем, что наступила ночь? Он сказал не знает и не помнит. О, смотрите, фасоль как бы разбухла. Я бы не стал ее есть. Нет, я не планирую это делать. Я планирую накормить и снимать. Да, я посмотрю. Это что, живая хрень? Это игрушка же? Не, он живой бывает. Он живой. Как это бывает живой? Бывает оживает. Конечно, это игрушка, Васич. Да хрен его знает. Вась-Васич. Почему Вась-Васич? В честь деда или бабульки? Деда. В честь деда? Ну, конечно, или дедушки? Не, деда. Деда. Ну что, тоже Вась-Васич звали? Да. Слушайте, а вдруг на нас ночью кто-нибудь нападет? Кто? Кто на нас ночью нападет? Не знаю. Единственное, вот этот киборг или карьер, или кто еще может напасть? Вась-Васич. У меня отца Рубен зовут. А дедушку Граер звали. Как? Граер. Граер? Это такое да. Имя? Граер. Как Гравер. Граер. Как Гравий. Нет, Граер. Нормальная погремуха. Да. У меня, кстати, он армянин был, а жена, бабуля моя русская была. А как ваша фамилия? Моя? Моя? Ну, допустим. Моя Провоковский. А у тебя? Слышь, а что ты такая любопытная стала? Ты же вот сама тут своими не говорила, с вами общаться не хочу. Ну-ка скажи, как твоя фамилия? А? Платонова. Платонова? Да. То есть ты уже легко так, а может быть ты не Платон, а опять Сюзанна Иванова. Знаешь? Сюзанна Иванова, это смешно. Сюзанна Новаковская, а твоя как фамилия? Да все это нет фамилии. Как? Как ты сказал? Как ты сказал? Не надоел поясничать. Да я не поясничаю, я такой, какой я есть. Настоящий, совершенно новый, ереванский Хачикян. Мы подруги оставим на уровне того, что мы знаем. Макс, а как у тебя фамилия? Безумный. Я же сказал, что... Как? Катя, у тебя как фамилия? А, Великая, да? Да. А как кто-то пошутил так жестко, да, над тобой? Слушайте, а вот как бы сейчас на меня направилась камера. Вот я здесь лежу, и у меня просто есть теория, что это один человек, ну, который как бы вот, мы там с ним поругались немножко, он за мной наблюдает. Милана. Привет, Милана. Ну, а почему тогда та камера тоже на тебя не повернула? Или вот это... Можете сказать, что у него сколько там будет продолжаться еще примерно? О чем вы говорите? Про хату говорили. Устали, мы же не можем согласиться. У меня фамилия Провоковский, а у нее Платонова. А у нее Безумный. Вася Васильевич не говорит свою фамилию, а у Кати Великая. А как у тебя фамилия?
отвечаю. Ну, вообще желательно бы ответить. Я не спросила. Она сказала, что я могу не отвечать. А, все понятно. Это было утверждение. Похоже было на вопрос. А можно... Я надеялась, что вы ответите. А можно спросить? А нас как бы не заберут, да, отсюда? Вы что-то должны понять, да, Билан? Не хотела бы ты уступить мне место? Вообще нет. Подумай. Я всегда думаю. Хорошо. Ну, не знаю, не знаю. Давай, вставай. Тут бы я, конечно, жопу подняла. Слышь, не буду я вставать. Жопу подняла, говорю. Хватит меня трогать. Так, вставай, давай. Не буду. Ну, человек, хозяйка дома. Послушайте меня. Она просто хочет, чтобы люди, которые смотрят за вами, видели ее именно в этой позе. А что? Кто за нами смотрит? Можешь сказать? Кто за нами смотрит? Кто за нами следит? Можешь сказать? Меня не вкрути. Кому нужны? Зачем? Но мы это заметили. Они хотят денег? Скажите, они хотят денег? Я вам уже объясняла, что когда придет время, вам скажут, для чего вы здесь были собраны. Вам заплатили? Как вы думаете? Сколько я заплачу больше? Так же... Ты сказала, что когда мы узнаем, зачем мы здесь, нам не захочется выходить. Вот эта фраза меня очень-очень напрягла. Это будет связано как-нибудь со мной, с Лией, что-нибудь? Милан. Да, вас свяжут и вы. Да? Я буду связан с Лией как-то? Просто бурной фантазией, парни. Не хватает по жизни. Да нет, не все хватает. Все нормально, просто хочется знать. А почему Лия именно? Не знаю, ну ты, ну что, про тебя говорить, что ли? А? Или говорить про Ксю, или про Катю? А что? Нормальный вопрос, по-моему. Я говорю, почему с Лией. Потому что Лия мне кое-что сказала. Вот. Что же она тебе сказала? Лия? Да. Она мне сказала, что Сюзанну зовут Ксю. А еще она сказала, что ты ее привела сюда. Да? Да. Как? Это не я сказала. Нет, это Лия сказала, да. Что ты ее привела сюда. Вот призвала, она сказала. Ну или призвала. А как это ты могла? А знаешь, что она еще сказала? Что ты ведьма. Угу. Что еще она вам сказала? Что она тоже там... А где она есть сама? Что ты ешь собак. Нет, такого она не говорила. Она мне на ушко сказала. Да врешь ты. Она сказала, что она людей ест, заманивает в дом, ворует у них телефоны, а потом ест. И варит у них кашу. Слышь, осади. Это было смешно. Так, подожди, Кать, ты можешь немножко... Милан, скажи, пожалуйста, что мы можем узнать такого, что мы захотим тут остаться? Я тебе не Катя. Ну все, Катерина, ладно уже. Ну что это может быть, что мы захотим здесь? Я не возможно вас вами. Вы все узнаете, не от меня. То есть это будет не от тебя, да? От кого? А ты какая за... Кто нас смотрит, да? Понимает юмор-то, а? Юморок-то понимает. Молодец, Милана. Вот это свои люди, не то что Катерина великая. Она сразу меня гнобит с самого утра, прикинь. Ну, братан, ты, по сути, ведешь себя немножко, знаешь, как чучело, реально. Она тоже меня. И она тоже меня. Как только ты пришла, им только дай повод, они начинают видеть сразу. Мы все это поняли. А как бы хотелось выпить кофе, например. Есть меню? Ну, в самом ресторане. Ну, я понимаю, это какая-то у вас база отдыха. Мне бы хотелось найти, ну, как бы заказать что-нибудь. Что еще бывает на базах отдыха? К базам отдыха. Все привыкло. Что удалось тебе? Понять, что это база отдыха. Ну а что? Ну а что это может быть? Ну и ты так... озеро здесь видишь? Ну так в детстве, да, мы когда въезжались классно на базу отдыха. Мы как-то так примерно любили. У меня с детства тянется. Кто вы такие? Давайте познакомимся. Господи, да. Скажи мне что-нибудь о себе. Я Юра. Меня зовут Юра. Я в Сочи родился. Там и пригодился. 8 августа 93-го года. Вот. И у меня мама русская, папа армянин. Это очень важно. Да, и я с детства, ну, любил всякими штуками заниматься. Школу скажи, любил что-нибудь ходить. Интересное, пожалуйста. Что-нибудь интересное? То есть ей неинтересно.
Ну, например, расскажу историю о том, как я один раз чуть не утонул. Что, прости? Ну, чуть не утонул я один раз. Нет, я бы хотела... Ну, что за детский разговор-то, Инжайл? В смысле, утонул? Я чуть не умер. Нормальная история. А веселую историю говоришь? Сейчас это к месту не имеет значения. Ну, что-то хочется услышать интересное о вас. Интересное? То, что вызывает у вас положительное. А можно вопрос? А что в ваших пониманиях такое интересное? Да? Это что? Уф, ту-ту-ту-ту-ту. Вам самим-то не интересно узнать друг о друге немного больше? Ну, я один раз... Могу рассказать, короче, как я один раз... Я вспомнил историю, как я один раз в клуб сходил. Офигенный клуб. Короче, в Сочи у нас... Ночной, да. Клуб только ночной. Вы что-то с этим планируете делать? Мы планировали это съесть, но уже нет, ничего не будем делать. Так, еще. Вот, я один раз ходил в ночной клуб. Так интересно послушать, как ты ходил в ночной клуб. Это есть нельзя, поэтому я выброшу это. Да. Мы это ели весь день. Ну, если честно, очень то зря. Да. Слушай, а что я один сказал имя, фамилию, где родился? Про расскажи сочный... историю. Про ночной клуб. Пожалуйста. Тебе рассказать? Да нам всем, мы расскажи очень... Всем. Так и мне интересно, нифига. Расскажи мне. Вот, давайте я расскажу. Короче, я один раз ходил что в клуб. Что мы тоже слушаем? А да я... нифига вы не слушаете, вам не надо, нифига. Короче, я один раз ходил в клуб. Да, называется клуб «Москва» назывался у нас в Сочи. Для чего я поступил, ну, чтобы потанцевать там, повеселиться, выпить, может, девчонок там познакомить с девчонками какими-то. Вот, а я поступил на первый курс юридического факультета, вот, и у нас как раз, ну, было посвящение. И мы собрались, старшики меня к себе взяли, они все время, я все время со старшиками тусовался. Вот, они меня взяли к себе и сказали, вот, мол, так-то, так-то, юрец, если ты увидишь вдруг в клубе, что никого нету рядом своей, значит, у нас какие-то проблемы. Я думаю, какие могут быть проблемы в клубе? Что может быть такого, чтобы возникли проблемы? Ну, типа стрела там. Ну, какая-то. Типа стрела, да, мы все собирались, дрались, но я подумал... Ну, это когда терки между, знаешь, там... Стрела — это когда компания парней собирается или компания девчонок друг с другом решает какую-то проблему. Стрелка. Я вызываю тебя на стрелку. Ну вот это и есть разговор. То есть там, знаешь, стрела, ну, может быть, в основном у меня в Сочи не доходил до драк. Доходил до драк, когда ко мне двое-трое приходили там просто что-то выяснять. А так, если стрела общая, всегда решалось нормально. Я пошел в клуб, короче. Танцую, значит, веселюсь, тра-та-та, тра-та-та. Смотрю, никого нет. А у барной стойки мой друг Вова Олейников, он тогда учился на третьем курсе. Я подхожу, говорю, Вов, в чем дело? Он выпивает стопку, поворачивается, и никого нету. Я такой, ну, он мне такой говорит, ну, типа, да, надо выйти, потому что, ну, типа, никого нету. И мы выходим, и у клуба толпа просто, огромная толпа. Вот тут кучка людей, здесь. Справа, с краю, я вижу нашу кучку людей, ну, юрфак, первый мой курс, и старшики все. Стоит Олег, ага, парнишка, со старшего курса юрфака, и с каким-то дылдой разговаривает, кажется, с большим просто дылдой. С каким-то. Юрфак. Да, вот с каким-то дылдой, короче, разговаривает. Ты юрист? Да, Юра юрист, все меня так точно называют. Вот, короче, и... А я смотрю, думаю, вау, нифига себе проблема. А я подбегаю туда, Вова меня останавливает за плечо, говорит, ну, типа, давай отойдем немножко пока. Я вот пока на Вову смотрю, слышу, уже там шум какой-то, поворачиваюсь, тут драка просто. Все вместе друг друга, как в мультиках, знаете, вот куча такая, мультяшная, вот все вот так же дерутся. Из этой толпы вылетает просто длиннющий хрен этот, с которым Олег разговаривал. Он просто вылетает такой в потерянности, не знает, что делать. А тут я стою, и он стоит. Я такой, слышь ты, он поворачивается, и бах ему, подача, так, прикинь. Но это было, я не хотел бить никого. То есть это был момент, я понял, что я должен ему прорубить, потому что он пойдет сейчас бить наших. А он просто вылетел как-то из толпы. Ну, то есть я еще дотянулся до него, он реально высокий был, он как этот, как безумец. Uh-huh. С прыжка, короче, вырубил его. Все, он падает, я смотрю, прям никакущий лежит, все. Я думаю, ну нифига себе, я крутой. Слышу сзади такой этот топот, короче. Я такой, что за дичь? Поворачиваюсь, а там такая хреновина на меня летит. Вот так вот, серьезно, он говорит, с неба вот так вот летит на меня. Бородатый какой-то, то ли чеченец был, то ли дагестанец какой-то. Может, вообще армянин был, реально. Он просто летит. А у меня есть фотография после этой заварушки в Москве. Вот тут у меня шрам, короче. А у него кольцо было большое. Я успел это кольцо разглядеть. А? Где шрам? Вот здесь. Нет, есть фотография, короче, но он прошел, как бы, вот так потертый был, но, видимо, ну, как-то прошел, не сильно глубокий был, вот.
И он летит на меня, я успеваю, короче, уворачиваться, он немножко меня чиркает, я показываюсь у Вовы в ногах, с которым я пришел. Я такой, Вова, смотри просто. Вова такой, ни хрена себе. Вова так поворачивается. И я просто. А Илюха рукопашник у нас был. Такой, вот такого роста парень. Вот такой широкий, вот такой просто. В чем суть истории? Короче, суть в том, что я понял, что такое взаимовыручка и дружба. Вот. Это чудесно. Да. Мы побили там всех, в общем, короче. Вот. Ну, красавчик. Да, прикольно было. Присыпала, короче. Присыпала? Чем? Коксом присыпала его. Пацана коксом присыпала. Который нюхает? Да, ты сюда. А как можно кокаином прям засыпать человека? Это возможно вообще? Ну, подъехал вагон, допустим, на кокса там, и ты провалился в него. Что-то или не КамАЗ кокса, ты его разгружаешь, да? Он на тебя падает. А кокаин разбрасывает? В смысле КамАЗа? Ну, смотри, кто это говорит. В смысле, кокаин, ты белый порошок? Я сразу сказал, что пацан нюхач. Нет, я не... Я про другой кокс. Какой? Там другой есть кокс. В смысле, колумбийский? Нет. А есть какой? Есть еще древесный кокс. А как это? Я первый раз об этом слышу. Ну вот, не слышал это, я слышу. Просто меня засыпало, я выбрался. Наружу вот так, рука только была видна еще. Я не понимаю, я понял, что надо сделать, потому что если не сделал, то уже не прошел бы дальше. Да. Ну как, это мой уровень был. Я правильно понимаю, ты говоришь про кокаин из дерева, правильно? Ну он древесный. Что значит кокаин из... А что с ним делать? Нюхают? Я понятия не имею. Ну как, он нюх... Он будет, это... А с какого дерева получит кокаин? Жаль, до сих пор вы с тобой... Не надо к нему серьезно относиться, просто, ну, ничего смысла не имеет. Если бы не мы с Катей, у тебя бы не было этого плаща. Ой, ты молодец, большая, тебе вся слава и честь достается, что ты нашла этот плащ. Да. Поздравляю. Молодец. Господи. Что там Корея делает? Она собаку разделывает. Нет, на самом деле она очень опасна. Ну да, не адекватно. На самом деле и ты тоже. Да, она нормальная, что вы угораете? Слушай, давайте все послушаем нормальные историю про то, как его изнасиловала женщина. Вот, мне интересно. Какая женщина будет насиловать вот его? Знаешь, хорошая. Достаточно. А что, история закончилась или что? Ну, если он закончил свою историю, то возможно. Ты же не хочешь рассказывать про свою закрытую вечерину? Я бы очень хотел послушать, что там вы на закрытых вечеринах делаете. Э? Э? Дурдом! Я уже за весь день выучил все твои слова, Катерина. Катерина Великая. И прикрой свой ротик. Чтобы я его больше не слышала. Вообще что? Да, вообще, это мне надоело за сегодня. А так, тут не одна тут. Тут еще люди есть. Буду разговаривать, сколько хочу, на мили мы лениво налево ловили меня, лили мама вам налиня, любви не меня, либо мило молили, в туман налива наманили меня. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, на траве двора. Поп на копе, колпак на копе. Просто накрыть одеялом. Под колпаком.
Да слышь, ты более же видишь, что тебе накажут, видишь, вот он напомнил. Молодой. Ну молодой, Чуть поинтереснее могло родиться, кроме заткнись. Да ну серьезно, ну правда, ну и так башка уже, ты просто реально великой. Тебе попросила человек, пляшешь помолчи. Под дудку Катерины Великой. Да ну просто ты на провокации ведешься, она ведется, ты ведешься. А ты пляшешь под ее дудку. Да под какую ее дудку? Под вот она дудит, не говори, и ты пляшешь под нее. Не пляшу. Пляшешь? Нет. Не пляшу. Ну как не пляшу? Я не пляшу, не пляшу дудку. А, не пляшу. Так. Что, откуда у вас говорок такой? Он пляшет. Он пляшет. Плясу. Не пляшу. Пляши. Я пляшу. Я пляшу. И пляшу. Не ведете меня. Вот реально. Пляшу. Я пляшу, я никогда. Ты выглядишь очень добрым человеком, Вася, поэтому довести тебя невозможно. Я очень, на самом деле, ты очень это добрый. Кажется, что я добрый человек. Ты злой, да? А кто такой профессии? Ты очень злой, да. Женский психоаналитик. Ты? Подожди, а в какой поликлинике ты работаешь? Это не поликлиника, у меня частная практика. Это как? Ну, это значит, он тебя частно сейчас возьмет и отпрактикует. Непонятно. Ну, как непонятно-то? Частная практика, правильно же понимаю? Ну, все классно. Знаешь, как тебя практиковать он будет? Вот так вот. Интересно, сколько вообще время? Значит, тренируется. Слушай, а давайте попросим... Воды. Что, не зря вы ели свободу, я кажется. Да, если честно. Я же плохо. Вообще нельзя было есть, а вдруг мне там... Мне кажется, тоже, что жизнь вообще нельзя было. Ни у кого животом ничего нету. А да? А вдруг там были черви какие-нибудь? Слушайте, а я много съела, бабуль. Я тоже очень много съела, типа, бабуль. Горстки три, это весело, да? Никогда не ела бабуль. Как вам наше веселье? Безудержно. Да. Если ты накрылся этим плащом, то не означает, что тебя здесь нету. Алло. Алло, да. Зачем? Алло. Ну, а ты прикинь, вот ты говоришь, что ты видишь, да? Вот ты просишь тебе открыть дверь, хотя сама что-то там видишь. А неужели ты не видишь того, что не откроют тебе дверь? Я сейчас мало чего вообще могу посмотреть, потому что тут очень много нежелательных вибраций. Вот и все. А вниз спускаться я не хочу, потому что там бешеная обезьяна, которая раскидывается кашей, и дерется веньками. Вот. У нее, наверное, бешенство. Ну, а как вам дальше жить и в хате, если, допустим, ну, чисто теоретически вы тут, ну, минимум на месяц. Ну, допустим. Как вот ты собираешься с ней дальше общаться? Что, ты сидеть здесь будешь? Ну, мне тут хорошо. Тут нет никакой бешеной мартышки. Ну, не нужно. Нужно больше так никогда делать, пожалуйста. Ну, это армянские загоны, да. Армянский незнакомец. Баррикаду устраивай, Макс. Устраивай еще. А?
хороший ты. Почему? Потому что время. Ой, господи. Что вы все шепчетесь? А у нас... Итак, господа, начинаем нашу вечеринку. Потанцуем. А, дамы приглашают кавалеров. Екатерина начинается. Раз, два, три, раз, два, три. Не, Серёжа, скажи, чего делать на закрытых вечеринках? Ой, машину. Ой, она загорелась красными лампочками. А что это значит? О, опять. Интересно. Лизни. Лизнуть? Ну да. А можно? Нет, я пошутил. Ку-ку. О, она опять так сделала. Не знаю. Налегает красненько, а там нет. Так, давайте обсудим. А что-нибудь помечает красным цветом? Меня? Может, батарейка садится у нее красным? Нет, скорее всего, это цветомузыка. Светомузыка. Цветомузыка? Помните, раньше такие были цветомузыки? Нет, у меня не было никакого цветомузыки. Была цветомузыка. Какая цветомузыка? Ну-ка, нам играет мафон. Там бим-бим, красный, синий, желтый. А, это 90-х. Да. Я родилась в 92-м. Да. Я не был цвета музыки. Кто наши? Мне кажется, он понимает только по-барашески. Капу. Что вы за Екатерина Великая, как я уже поняла, да? Вы Екатерина Великая. Екатерина, Екатерина. А, Катя. Да плевать уже, Катя, Катерина, Катюша, Катюня, плевать, Катюха, какая разница? Кто это ты, разные имена. Что ты, какая разница? Мужчина по правую руку в клетчатой рубашке, Вась Васич, правильно? Катерина, какая разница, как тебя называют? Разница в чем? Имя. Три аргумента хотя бы, если убедишь меня, нет, я буду... Меня зовут Катерина, а не Екатерина. Так я тебя не Екатерина, я тебя Катя зову. А я не с тобой сейчас разговариваю. А вообще, ну ты мне пару раз сказала, ну, замечательно. Да. Катя это Екатерина. Это разные имена. А Катерина? А Катерина это Катерина. Это разные имена. И что, Катерина коротко нету? Слушайте, а у нас есть телек, вы заметили? Блин, да. Ну, у нас нет пульта, а телека. А зачем он здесь? Вот это да. Кстати, хороший вопрос. Это нет. А нахрена тут телек? А? Надо найти пульт. Может быть, надо найти пульт, включить, и там мы что-то узнаем по телеку. Милана что-то смотрит. Например, новости. На самом деле здесь очень много странных вещей. Например, это печь, телевизор. А кто-нибудь любит новости? Возможно, возможно, есть такие люди, которые любят новости. Я терпеть просто не могу новости вообще. Просто ненавижу новости. Слышь, а может быть, есть люди, которые очень любят новости? Тоже не люблю новости. Тогда мы не знаем, как будем. Я бы не хотел общаться с таким человеком. Кто заставляет общаться? Очень сильно. А ты тоже любишь новости, Катя? Я тоже их не люблю. То есть кто-то нас... Нет, смотрите, кто-то нас слушает и смотрит. Слушайте, а кому надо слушать 6 ненормальных людей? То есть ты тоже считаешь, что я ненормальный? Я абсолютно адекватен здесь. Ты самый адекватный, вот он. Экспрессивная. Нет, неадекватный. Какая ты? Экспрессивная. Экспрессивная? Да. Наоборот, не ой, она опять загорелась. А, ну так понятно, она фотографирует тебя. Как фотографирует? Да, она фотографирует? Когда красно загорается, и камера... А почему она сейчас не фотографирует меня? Тебе нужно ближе и с улыбкой. А это может быть датчик на приближение просто? Друзья, какой смысл? Улыбайся. А это красный там свет, инфракрасный? Может, она ночью дождь снимает? Как это? Ты можешь еще раз так же сделать, сфоткаться? Да. Давай. А долго ждать? Всё.
Поаккуратнее, Васюша. Что произошло? Что произошло? Ничего себе, нормально. Нет, я уверена, что меня заберут, то вас оставят. Или, может быть, мы вообще все какие-то непонятные. Раз она хозяйка дома, у нее же должен быть ключ от этой двери. Всем верить. Ты нам? Да. Почему ты тогда нам веришь? Ну, серьезно, может быть, мы реально, слушай, может быть, мы реально здесь все актеры собрались ради того, чтобы тебя разыграть. Ну, не просто разыграть, а может, решили тебя развести, а? Как это развести? Ну, как это развести? Каждый, кто на что хочет. На пошляковые занятия. А человек, который это заказал, смотри сейчас, сможем ли мы тебя развести или не сможем? А поддашься ли ты провокации? Слышно, на меня кричают. И Вась, не поддашься. Что на меня давит? А? Что происходит? Помогите. Так вариант, можешь же такой быть? Да. Так, а как мне понять, кто есть кто? Ну вот сейчас, как ты понимала? Кто я? Позволь ему, а? Что нужно от меня? Так же, как и ты. Ты говоришь, не конкурент тебя сюда затащил. Откуда ты знаешь? А ни у кого вещей нет с собой никаких. Конечно, у меня откуда полно ты знаешь? Ну специально. Тебе голову специально завели тут еще 5 лишних людей. Тебя ночью херак с перо под ребро. И какое, все. Что такое перо? Гусиное? Не думал об этом? А? Не нагнетай. Я не нагнетаю. Я общаюсь. Вася, Вася. А как ты, у тебя вещей нету других вообще здесь с собой? Портфельчик, может, какой-нибудь что-нибудь такое? Ни у кого ничего, да, нету? Мне у меня тестовой помады нет. Или фасту, блин. Или хотя бы помыться пойти как-нибудь, блин, я же не могу так. Ну что, будем так долго ходить в одних вещах и тем же, что? Да сейчас придут, нам по-любому нас здесь не собираются держать просто так. Да нет, сам конечно. Это говоришь. Конечно, нет, Катерина права. Сейчас откроется дверь, сюда выйдет. Кто там, как ты сказала, Хельч? Хельш-мельш с цветами, поздравит нас всех, отвалит бабло, ловушечка на кармане будет, и все мы выйдем нормально, потусим где-нибудь. Да? Я переживаю за бабы, которые мы съели. Срочно всем по такому плащу завести. Вот по такому. Потому что срочно завести, это мы просто сорвали плащ. Аплодисменты, все овации, слава по поводу приобретения этого великого плаща тебе присваиваются, я не претендую. Просто говорю о том, что всем было хорошо завести такой плащ. Потому что ты хлоп, и все. Да. И никакие камеры тебя вот эти вот везде, постоянное наблюдение, ничего вот нет. Просто вот тот сел и все нахрен. И мой а ты что, Густик или Клоп? Кто? Я Клоп. А как, где имя? Клоп Продовольский. Кто, простите? Клоп Продовольский. Может, ты будешь Клоп Барашкин? Ну, хватит уже играться, давайте что-нибудь делать, я не знаю. Давай серьезно, начнем что-то делать. А так, что? У нас нет сил просто что-то делать, ты прости, Катерина, конечно. Не, подожди, не надо сразу отказываться от предложения что-то делать. Отсади! Что нет, мы можем сейчас сделать? Нет, просто я вот очень сильно переживаю, потому что я съела эти бобы, я ни разу в жизни такого не ела. А потом эту кашу еще сладкую съела. Я не очень хорошо себя чувствую, если честно. Ну, бобы были лишними, мне кажется, да. Потому что, мне кажется, они вообще были отравлены. Знаешь, как говорится... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, говорил один рабочий. Если бы мы знали, что каша будет, мы бы и бобы не ели. То есть они сейчас разбухнут у меня в животе? Они уже разбухают у тебя в животе, потому что ты еще где-то горстку съела сухими. Ты прикинь, насколько они сейчас там в тебе? То есть я умираю? Они разбухнут только через часов 6-5. А где могу умереть? Мне кажется, одна из первых.